23 июля глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил ключи от новых квартир в Звенигороде 9 детям-сиротам. В течение этого года в муниципалитете запланировано обеспечить жильем 30 юных жителей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры площадью до 36,5 квадратных метров со всеми удобствами, мебелью и бытовой техникой расположены в новостройках микрорайона «Восточный» и на проезде ветеранов.